32 спортивных объекта ввели в эксплуатацию в прошлом году. 7 из них – спортивные площадки с тренажерами в районах республики. Министерство спорта подвело итоги 2023 года. Расширенное заседание коллегии состоялось в историческом парке «Россия. Моя история». Министр спорта Сажид Сажидов отметил, что дагестанские спортсмены продолжают радовать успехами. В прошлом году они завоевали более 2000 медалей на всероссийских и международных стартах. 716 из них – золото. На чемпионатах и первенствах Европы дагестанцы завоевали 104 медали, в том числе 49 золотых и 29 серебряных. Успешно выступил в прошлом году и футбольный клуб «Динамо». Порадовали любители футбола своими результатами футбольный клуб «Динамо» Махачкала, который после первого круга чемпионата первой лиги возглавил турнирную таблицу. Второй раз подряд защитил титул чемпиона UFC Ислам Махачев. Титул чемпионов «Беллатор» отстоял Усман Нурмагомедов. Чемпионом по версии ПФЛ стал Магомед Нагамкеримов. В профессиональном боксе титул чемпиона мира по версии IBA завоевал Альберт Батыргазиев. Успешно выступил на чемпионате мира по вольной борьбе Ахмед Усманов, завоевавший золотую медаль. Трое дагестанских борцов завоевали лицензии на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.